В рамках Международного дня борьбы с наркоманией во Дворце детского и юношеского творчества прошел республиканский конкурс на лучшую профилактическую работу среди муниципальных антинаркотических комиссий. Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. Стремительное распространение наркотиков рассматривается как многоуровневое бедствие, влекущее разнообразные вредные последствия. От демографической катастрофы до криминализации экономики, социальной и политической среды. Бороться с этой зависимостью можно и нужно. Поэтому к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на информирование населения, и прежде всего молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни. Давно уже пришли к выводу, что одними правоохранительными мерами эту проблему не решить, поэтому очень важно, решающее значение придается именно профилактической работе, и сегодняшнее мероприятие является ярким тому подтверждением. В рамках фестиваля, посвященного отказу от наркотиков, был проведен конкурс флешмобов, направленный на пропаганду здорового образа жизни, а также соревнования гид-бригад «Мы выбираем жизнь».